Добрый день, сегодня будем варить мед из сосновых почек. Для этого нам понадобится 3 стакана сосновых почек, 3 стакана воды и 1,5 кг сахара. Сначала надо сварить почки. Вот. Я делаю из 3, там рецепт на 2 стакана. Из 3 стаканов почек сделаю. Лишний раз не варить. Очень хорошее средство от кашля. Ну и вообще крепляющее. Даже застарелый кашель вылечивает. Потом заливаем 3 стаканами воды и варим на медленном огне. Ну и поставлю варить на мелко, на маленьком огне. Так, все сварилось, половина воды выкипела. Но тут я ошибся, там не 3 стакана. На 2 стакана необходимо 2 литра воды, то есть на 3 стакана я добавил 3 литра воды. Сейчас надо толокушкой все это помять, чтобы все соки вышли. Добавил запах хвои всю квартиру, еще и в коридоре. Ты сиди, как в лесу находится. Там видишь, коридор тянет, как будто ты в лесу. Жена зашла, говорит, запашок, конечно, у нас. Не, ну приятный, очень приятный. Это неожиданный запах. Так, все, жидкость помял, точнее жидкость, а почки. Теперь надо аккуратненько процедить. У меня марлю не нашел, поэтому буду садить. У меня 2 ситечки, одно большое такое и маленькое. Конечно, удобнее было бы наоборот, маленькое снизу. Но... Кто нашел, тем и делаю. Сейчас я аккуратно. Тут получилось как раз где-то 1,5 литра воды. Такая мутная жидкость. Даже меньше. Что-то слишком я выпарил. Да было. Ну что, если что добавить, то это всегда можно. И надо и все вот здесь. Жидкость полезная. Такая каша получилась. Жмых. Но я его уже никуда не используешь. Там жена еще будет делать. Другой рецепт у нее какой-то с медом и водкой. Водки там, конечно, мало будет. Это не настойка будет спиртовая. И еще я буду шишек делать. Сосновых. Вот такие шишки я насобирал. Из них тоже варят варенье. Кстати, шишки можно даже потреблять в пищу. Там не то, что там варенье будет прям шишками. Оно продается в Мурманске за 1100, кажется. Переливаю обратно в кастрюльку, которую варю. Специально от кастрюли. Да, в котором мы варим такое варенье. Сосновых шишек, которые не жалко. Добавил немного воды еще. Ну, чтобы побольше было. Она и так концентрированная. Немножко она сейчас закипит, буду высыпать сахар. Но тут на любителя рекомендуется на 2 стакана килограмм сахар. У меня 3, рекомендуется уже 1,5 килограмма. Но оно будет густое. Я не знаю, сейчас вот сначала добавлю килограмм. Посмотрю, что получится. Потом еще добавлю. Так, вот поставил его на огонь.
Сейчас она закипит, буду высыпать сахар. На 2 стакана надо килограмм сахара. В моем случае 1,5 килограмма. Сейчас закипит, я высыплю. Ну тут уже плюс-минус. Можно меньше сахара, будет он более жидкий. Можно больше сахара, будет он более густой. Тут кашу маслом не испортишь. Это как из одуванчиков. Из одуванчиков мед делать. Там тоже меньше, больше, допустим, меньше сахара, меньше воды, больше одуванчиков, больше сахара, он будет коричневым. И там и цвет подбирать можно, и густоту. Я делал разнообразный. У меня был вообще коричневый мед, черный. Был светло-желтый. Так же и здесь, без разницы. Вот так. Вот, высыпаю сахар. Сначала высыпаю 900 грамм. Потом уже сейчас выберем себе еще 600 грамм. Так варить надо до загустения. О, как раз у меня получилось. Получится полная кастрюля. Это загустение, и в конце добавить еще, ну, где-то 1,5 чайной ложки лимонной кислоты. Но я не буду лимонной кислоты использовать, я получил удобный сок из лимона. Сейчас я добавлю еще сюда сахар. Добавил еще. Не то, что добавил. Отмерил еще 600 грамм. Вот полная кастрюля получилась. Все, сейчас буду варить. Сейчас параллельно еще надо будет. Сейчас сахар. Снимаю пенку. Тоже вот, как обычно варенье варят, снимают пенку. Здесь то же самое, чтобы оно было более, цвет был более естественный, без всякого. Ну и как мусор считается, грязь. Раньше пенку использовали на хлеб намазывали, но я вот это думаю, что не надо. В принципе, попробую на вкус что-то. Вкусно. Вот когда одуванчики варю, я с них пенку снимаю, но что-то ни разу не пробовал ее почему-то. Хотя обычное варенье. Вот сколько пенки получилось. Я, в принципе, пробовал, мне понравилось. Вот жена кривилась, говорит, фу-фу-фу, бе-бе-бе. Не знаю, говорит, горько какая-то. Ну, на вкус, может, цвет. Но вот это варенье я постараюсь потом еще приготовить побольше. Я буду, когда буду делать чай, себе травяной, нашей травы, обычно я добавлял туда из сахара варенье из одуванчиков. Но в этом году у меня его нет. Поэтому буду вот это добавлять. В следующем субботу еще схожу, еще одно собираю. Там, в принципе, я много собрал, если не используем. И посушить же еще надо. Да, пенки тут. Воды, наверное, много налил. В принципе, оно загустеет, да, оно будет вариться. Потом, если его оставить на холоде, он загустеет. Так, процесс варки подходит к концу. Сюда заливаем 1,5 ложки лимонного сока. Выдавлю. Так. Косточку не надо. Ну, еще немножко. Я не помню, зачем это делается. Но почему-то во все вот такие варенья, которые называются медом, добавляют лимонную кислоту. Ну, именно лимонную рекомендуют, но полезнее, конечно, из обычного лимона. Что-то мне этот лимонный сок дал столько пенки,
Начала бурлить. Кстати, ну-ка попробую пенку с лимоном. Я что-то кислять буду, давайте. Так. Не знаю, зачем. Посветлее, может, из-за того, чтобы светлее было. А чем лимонный сок нужен? Так, прошло какое-то время. То, что вот я отливал рюмочку, оно загустело. Вот. Реально густое. И вкусное. Рекомендую. Но она еще теплая. Вот она еще остынет и будет. Она более густая. Больше похожа на мед. Это цвет он. Цвет как меда. Вот. Такое. Рекомендую всем такое лекарство. Детям очень понравится. Всем подписывайтесь, ставьте лайки. Этот мед я уже сварил. Сейчас ставлю в холодное место и он будет готов. Не знаю, почему он в этот раз не застыл при варке. Не знаю, в чем секрет. Это уже не первый раз такое. Но он застынет уже на балконе. Всем удачи!